день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим серию «Сила и гибкость» и опять поработаем с четырехглавыми мышцами. Если вы не выполняли первый урок, то внизу будет ссылка на этот урок и приступайте ко второму только тогда, когда легко будет получаться первый. Итак, мы для начала становимся в положении с опорой на колени. И обратите внимание, что теперь мы не собираем колени вместе, а выставляем колени на серединку паховой линии, так, чтобы это было ровное положение всей четырехглавой группы. Очень часто бывает, что колени становятся шире, тогда у нас будет включаться боковая и внутренняя группа мышц. Нам надо поработать со всей прямой мышцей, поэтому следим, чтобы колени стали прямо. И рекомендую класть более мягкую опору под колени. И исходим из того, что мы опираемся не на колени, а на всю часть нашей голени и стопы. Итак, первое упражнение. Мы представляем, что у нас сзади стульчик, и мы садимся, ровно не меняя положение нашего корпуса. Мы мягко опускаемся вниз. Чем медленнее мы можем двигаться, тем лучше мы управляем движением. Коснулись пяточек и начинаем медленно, точно так вырастать, ощущая, что ноги работают синхронно, что у нас нет вот этого перетягивания с одной ноги на другую. Еще разочек, мягко опускаемся вниз. Чувствуем, что мышцы работают в уступающем режиме, то есть они одновременно мягко удлиняются. Коснулись, мягко начинаем вырастать и следим именно за тем, чтобы они одинаково, одновременно работали. Очень хорошо. Выполняем еще один разочек. Опускаемся вниз. Если большая амплитуда, тяжело, можно делать до половинки. Опустились, поставили руки на подвздошные кости и пробуем подкрутить таз. Вот здесь мы начинаем тянуть уже фасциальную часть, то есть мы растягиваем. У нас не просто мышца находится в статическом режиме, а мы ее растягиваем. Стараемся сильно не подниматься вверх, когда подкручиваем таз. И подкрутили, и с этим подкрученным тазом медленно, мягко вырастаем вверх. Очень хорошо. И теперь следующая работа. Мы наклоняемся вниз, мы укорачиваем четырехглавую группу мышц. Мы подкручиваем таз и с подкрученным тазом поднимаемся вверх. Мягко вниз, как будто мы усаживаемся, словно зачерпываем, включили и медленно поднялись вверх. Еще разочек вниз. Помним, чем медленнее, чем комфортнее. Ко мне пришел помощник помогать. И мягко опускаемся вниз. Очень хорошо. И не спеша садимся. Вот этот урок, который не нужно выполнять в большом объеме. И у кого есть проблемы с коленями, ограничьте его выполнение, потому что нагрузка здесь достаточно сильная, но поможет растянуть и улучшить силу наших четырехглавых мышц. Желаю успехов в освоении собственного тела!